Вопросы сертификации, вступившие в силу изменения, обзор нарушений, допускаемых предприятиями и субъектами хозяйствования в данном направлении, а также не менее актуальные сегодня вопросы ценового регулирования, стали ключевыми в ходе диалога членов областного совета по развитию предпринимательства с представителями бизнес-кругов. Совещание, которое сегодня состоится, это еще одна возможность для бизнеса обсудить имеющиеся у них проблемы, задать вопросы и получить, конечно, ответы. Для этого приглашены представители Центра стандартизации метрологии и сертификации и инспекции госстандарта. Участие в заседании представителей крупного бизнеса, фермерских хозяйств и небольших организаций из разных районов Брестской области – возможность в рамках встречи услышать существующую проблематику и волнующие вопросы каждого отдельного звена общей цепочки бизнес-среды первого региона. Вступившие в силу изменения требований по сертификации продукции и оказанию услуг – вопрос, потребовавший наибольших уточнений и разъяснений для всех участников диалога. Конкретно к предприятию вот, транспортно-логистическая сфера услуг, в принципе, мы неоднократно на заседаниях БАМЭ, такие как экспедиционные услуги, обозначали о том, что такая сертификация необходима, потому что на сегодняшний день много компаний, мелких предпринимателей, которые недобросовестно исполняют свои обязательства, и хотелось бы уравнять все права. Также на заседании заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий затронул актуальную для белорусских производителей проблематику, обсуждаемую в формате онлайн-конференции в рамках работы секции промышленной политики 10-го форума регионов Беларуси и России. Очень серьезно, в том числе с нашей стороны, и наше Министерство промышленности, и Совет Республики, да, поднимали вопрос равных условий, да, справедливых равных условий и защиты. Конкуренция – это с одной стороны, конечно, она должна быть, ее никто не исключает, но с другой стороны, мы должны, в принципе, при прочих равных условиях использовать разные инструменты защиты своего производителя. Завершилась встреча обсуждением ценообразования при реализации основных видов бытовой техники, обменом мнений и внесением предложений участниками диалога. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».